Достаточно неожиданный поворот событий в сериале цифровой платформы Bein Connect «Села Хазин Эйюби». Гюльсим Али, которая должна была сыграть главную женскую роль в проекте, пока не подтверждает свое участие в сериале. Что же произошло? Гюльсим Али, которую заметили накануне в торговом центре «Акмеркес», призналась, что для нее сериал «Гора сердца» Ганюль Даги был особенной работой. Даже когда она покинула проект, она продолжает оставаться на повестке дня в социальных сетях благодаря этому сериалу, что делает ее счастливой. В настоящий момент она не подписала контракт на новую работу, хотя ей поступают предложения и на телевизионные проекты, и на цифровые сериалы. Она придает большое значение правильному выбору новой роли. Напомним, что ранее утверждалось, что Гюльсим подписала контракт на съемки в сериале «Села Хазин Эйюби». И сама актриса подтверждала эту информацию. Однако сейчас она предпочитает хранить молчание. Пока не совсем понятно, что произошло. То ли Гюльсим покинула каст до начала работы, то ли просто молчит из-за обычного актерского суеверия. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал. Также вы можете узнавать самые последние новости в нашей группе в Telegram, ссылку на которую я даю в описании под этим видео.